Добрый день, друзья! Сегодня будем прошивать LG P705, это Optimus L7. Я уже показывал на примере E615, E612. Прошивать будем программой KDZ также, официальной стоковой прошивкой. Но делать буду я сегодня это на Windows 10. Ранее я делал на это все время на семерке. На десятке как-то я раз попробовал, ничего не получилось. Вот сейчас заново буду пробовать, потому надо попробовать. Если получится, вы все это увидите. Но если не получится, выкладывать не буду. Вообще это тело принесли как бы, ну, типа разблокировки. Баннер. Я бы мог сделать hard reset, но не работает кнопка громкости минус, и никто не хочет почему-то ее делать. Вот, ну ладно, это сегодня не об этом, будем сегодня прошивать. Да, что нам для этого нужно? Телефон, заряженная не менее чем на 50% батареечка, шнурок, дата кабель, обычный USB-шка, подключенный в материнскую, через материнскую плату без хабов и в порт USB 2.0. Ну, а также светлая голова, прямые руки и немного удачи. Погнали! Итак, прошивка у нас скачана. Так, она вот V10D. Это прошивка у нас версии 4.0.3 для России. Регион СИС. V10D. Так, будем прошивать ею. Можно, в принципе, прошиться на 4.1.2. Они тоже есть в КДЗ формате, но будем пока, в принципе, на ваш вкус. Я скачал эту. Вот она скачана, КДЗ. Скачал утилиту КДЗ. Ссылочка на них дам. Так, у нас тут что-то уже открыто. Так, на диске C. И скиньте эту папку с КДЗ тоже на диск C. В корневую папку, в общем. Первое, устанавливаем вот этот... Так, да, файл. MSXMLMC. Так, установить. Так... Так, он у меня установлен. У кого не установлен, устанавливайте. Запускаем утилитку КДЗ. Так, это нам не надо. В типе так и оставляем 3GQST сети. 3GQST. Сети. Здесь emergency. Не CS emergency, а просто emergency. Выбираем нашу скачанную прошивку. Она у меня в загрузке. В загрузках. Вот он. B10D. Готовим телефон. Я сейчас камеру настрою. Так, ребят, надеюсь, будет видно еще и с камеры, как я его буду подключать. Так, что, вставляем батареечку. Крышку не будем закрывать, нам нужна будет кнопка громкости вверх. Вообще можно и обе сразу зажимать. Тут порядок такой. Жмем Launch Software Update. Жмем. И в этот же момент зажимаем обе кнопки громкости, либо кнопку вверх. И вот ждем вот этого. А кнопки, блин, я тут отпустил. Но кнопку громкости вверх продолжаем держать, не отпуская. Вот у нас КДЗ-шка. Программа зависла.
Это уже свойство десятки. Так. Phone was not found. Блин, потому что отпустил кнопку. Так. Еще раз. Раз. Кнопку громкости вверх. Подключаем. Все, держим кнопку громкости вверх. Не отпускаем. Вот сволочи. На драйверишке. То у нас на модем не стоят. Вот этот. Phone was not found. Не найден телефон. Так, нам нужно с драйверами порешать. С драйверами порешать. Давай сейчас подключим. Видишь, просто подключаешь без программы, он начинает включаться. А нам это не надо. Нам нужен emergency мод. Знаешь. Так что надо подключать через программу. Так. Ну, видишь? Что-то тут не то. О, смотрите-ка. Не надо кнопочку держать. Оказывается. А вчера я такой же прошивал. На семерке, правда. Ситуация совсем наоборот. Пока я кнопку не выдержал до конца прошивки, он мне не прошился. А вот смотрите, здесь совершенно другая ситуация. Прошивка пошла. Даже не успел драйверами поколдовать. Ждем. Вот и все, ребята. Задачу я, конечно, не выполню. В смысле сбить пароль. То есть залочен тут баннер еще. Конечно, это через эту программу навряд ли вылечится.
Но это уже дело не мое. Пускай ремонтируют кнопочку громкости. Минус. И тогда все получится. Вот, мы свою задачу выполнили. Мы телефон прошили. И эксперимент в том, что на десятке это все работает. Так же, как вот сейчас ошибку выдала. Не пугайтесь, так положено. На семерке то же самое. Так что все прекрасно шьется. И вы видите, тут тоже не один десяток я таких LG-шек прошил. И все равно, как бы на этапе подключения его к компьютеру, тут возникают нюансы. И для одних и тех же моделей варианты могут быть разные. Вот о чем я и говорил. В принципе, вот он. Google пароль. Но это уже, да, я говорю, дело не мое. И вот баннер. Кнопочку сделают аппаратчики. И тогда хардрезит. Все у нас получится. А на этом спасибо за внимание, ребята. Кто не подписан, подписываемся, ставим лайки, смотрим мои видеоинструкции. Пока!